Чем разнообразить досуг подростков, чтобы предотвратить правонарушения, сегодня обсуждала Республиканская комиссия по делам несовершеннолетних. Специалисты отметили, что в прошлом году преступность среди подростков снизилась по сравнению с 2016 на 24%. Однако в этом году наблюдается рост совершения правонарушений. Наступает летний период, поэтому школа должна быть, не забывать, не все ушли на каникулы, а пришкольные должны быть и лагеря, и трудные подростки должны быть и в студенческих строительных отрядах. Ну, а ребенок не будет тогда совершать правонарушение, если он занят. А занятость где? На стадионе, в бассейне, поэтому школьные стадионы должны быть открыты. Обратили особое внимание на раннюю профилактику и работу с детьми, которые где-то оступились, где-то появились какие-то девиации, отклонения в поведении. С точки зрения их психолога педагогической реабилитации, с точки зрения их коррекции их поведения. В этой связи мы отметили и роль учреждений образования, и социально-психологических служб, которые работают, и социально-педагогических центров, которые должны как раз обратить особое внимание на эту индивидуальную коррекционную работу. Социально-психологическим службам отводится особая роль в решении данной проблемы.